У нас один артист повесил возле дома объявление. Машины у подъезда не ставить. Штраф лопатой по стеклу. Ну, конечно, он пошутил, потому что у него и лопаты-то никакой нет. А вот анекдотов, подобных этому, у него полно. Он, собственно говоря, и начал свою артистическую деятельность с рассказывания анекдотов, потому что он так рассказывает анекдоты, как рассказал только Юрий Владимирович Никулин. Кстати, он тоже цирковой артист, акробатом, проработал много лет. Начав с анекдотов, сейчас он уже дает сольные концерты. Но самое интересное, это то, что именно здесь, на фестивале, 3 года назад, он впервые имел настоящий большой успех. Игорь Маменко! Здрасте. Меня зовут Сидоренко Николай Сергеевич. Я участвовал в спортивной передаче «Папа, мама, я. Спортивная родня». Из участвующих 3 семей мы заняли почетное 4-е место. Конкурс «Бег в мешках» я пропрыгал быстрее всех. Несмотря на то, что сложнее всех было именно мне. Из-за отсутствия стандартных мешков я прыгал в бюстгальтере своей жены Тамары. Публика неистовствовала. В конце я даже раздавал автографы, но их никто не брал. Конкурс «Крутящийся обруч» я выиграл вчистую. Так сказал мне мой сын. А он врать не станет. Бесплатно. Народ аплодировал мне даже ладошками ног. Публика неистовствовала. Потому что резинка в трусах лопнула только у меня. Следующий конкурс. Бег по бревну, я тоже был первый. Но пробежав почти всю дистанцию, мои ноги соскользнули по обе стороны бревна. Да, было больно, но я не плакал. Глаза вылезли из орбит так, что слезы не пролезали. Публика неистовствовала. Последующие 2 конкурса я пропустил. Следующий конкурс был прыжки через коня. Через живого коня. В самом начале я, как мужчина, подошел и попросил у коня лапу. Но судья соревнований сказал мне, что у коня лапу сзади не просят. И оказался прав. Когда я потрепал коня по щекам, сзади, он сразу дал мне лапу. Молниеносно дал. От удара правой задней лапы коня в левое полушарие моей головы я сильно устал. И лег отдохнуть. Сын сказал, что искры из моих глаз тушили 8 пожарных машин. Публика неистовствовала. Последующие 2 конкурса я пропустил. Следующий конкурс был метание ядра. Там я тоже был лучшим.
Но судья соревнований дал мне последнее место, за что я и подал на него апелляцию. Дело в том, что я единственный из метателей, кто попал в мишень. Свою тещу. Публика неистовствовала. Жалко, что теща быстро очухалась и нашла меня. Последующие два конкурса я пропустил. На конкурсе «Пингвин» мы ныряли с вышки в бассейн. Правила простые. Первое место у того, у кого меньше всего брыз. Меньше всего брыз было у меня. У меня их вообще не было. Не попал я в бассейн. Публика неистовствовала. Последующие два конкурса я опять пропустил. Выплюнул кафель. Я пошел на конкурс бокс. Наша семья Сидоренко попала на семью Валуевых. Я попал на папу Колю. Я одел перчатки. Валуев почему-то одел всего одну. Он оказался приветливым парнем. Я ему улыбнулся, он улыбнулся мне, помню. Больше я ничего не помню. Говорят, что публика неистовствовала. Последующие четыре конкурса, а также финал, награждение, свадьбу племянника, сельхозперепись и день рождения пьехи я пропустил. Люди, участвуйте в спортивных состязаниях. Дело в том, что спорт – это здоровье, сила духа и жена молодуха. Люди, занимайтесь спортом. А с меня хватит, будто не ладен.